Добрый день, меня зовут Лизавета Солукова, мне 19 годов, я студентка Белорусского державного университета. Учусь по специальности философия, а кроме учебной деятельности занимаюсь музыкой, пишу песни. З'являюся пераможцей музычнага батлу, арганізаванага дыджэем Смэшам і музычным каналам Европа Плюс ТВ. У старэйшых класах вяла кіна і музычныя агляды на тэлеканале «Віцебск». Прымала ўдзел у фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску ў якасці артыста тэатра.